сегодня написали, прислали фото, попросили помощи. Завтра буду разбираться, смогу ли я помочь. Но бросать нельзя. Посмотрите. Ну, куда ты пошла? Куда пошла? Да не отнимет у тебя никто, не волнуйся. Ешь. Как ты, моя хорошая? Ты моя девочка, моя солнышко. Я постараюсь помочь. Сейчас люди отзовутся. Сейчас все тебе помогут. Ты красавица. Главное, что ты уже у нас. Все будет хорошо. Хорошо, детка? Главное, что ты уже здесь. Хвостиком виляет ребенок. Ребенок даже хвостиком виляет. Ты мое солнышко, да? Ты хорошая. Ты умничка моя. Мое ты солнышко. Я обязательно постараюсь помочь. Обязательно. Моя красавица. Хорошая девочка. Немножечко поела. Каша, тушенку, говядину я банку одну вывалила, большую. Вот, но она поела, полизала только сверху, ребята. У нее совсем нет аппетита, потому что вот этот ад, что здесь у нее, это, конечно, страшно. Не бойся, малыш, я не обижу. Я не обижу, детка. Не обижу маленькую. Ты моя хорошая. Да, солнышко. Ну все, ошейник я сняла. Да, ребенок, мы сняли с себя ошейник. Не бойся, солнышко. Да, маленький, отдыхай. Отдыхай, моя девочка. Ошейник сняли. Ошейник, шея здесь передавленная вся. Ребята, снимаем клещей. Здесь куча клещей на ней. Видите? Да. Много, ребят. Мы их уже очень много сняли. Угу. Ничего, ребенок. Сейчас мы тебя еще обработаем. Да ты моя красавица. Моя девочка. Моя хорошая. Ты умничка моя. Маленькая. Все будет хорошо. Смотреть просто страшно, ребята. Просто страшно. Так, смотри, что творится. Она вся, вся в клещах. И главное, клещи там, где у нее ошейник был. Видишь, что творится? Вот таких просто уже... Уже чуть ли не сотню сняли. Это вчера снимали, а сегодня, ребята, те, которые я смотри. Они просто висят на ней клочьями. Смотри. Видишь, вон, три подряд висят. Ты чего, все выбрали? Да, пироскоп, я думаю, необходим. Ну, дождемся врача. Да, смотри, с этой стороны. На ней просто кишмя кишат клещи, ребята. Друзья, пожалуйста, совсем недавно мы спасали с вами Хасочку, сбитую на дороге. К счастью, с ребенком все нормально, и она уже ходит, поднимается и чувствует себя хорошо. Хасочку забрала команда Husky Help. Катерина, я искренне благодарна этому человеку за помощь. Друзья, дорогие мои, еще больше я благодарна всем вам. За то, что вы рядом. За то, что вы помогаете. Без вашей помощи мы не могли бы спасать. Ребята, прошу помощи для следующей девочки. Без нас, друзья, для них это страшная, мучительная смерть. Я врагу не пожелаю умирать вот с такими ранами, с такими опухолями. Друзья, и помоги нам Бог, чтобы метастазы не пошли вовнутрь. Я прошу вас, друзья, нам нужна экстренная помощь для операции. У девочки огромная опухоль. Просто огромная. И она у нее прорвала. Друзья, девочке необходима срочная операция. Срочная. У нее, бедной, уже сил нету. Я представляю, какая боль внутри. Это же ужасно, ребят. Люди миленькие, отзовитесь. Отзовитесь, кто может. Я прошу вас. Отзовитесь. Мы сделаем все, что возможно с нашей стороны, но нам необходима ваша поддержка и помощь. Ребята, нам очень нужна ваша поддержка. Я освободила для нее маленький вольерчик. Маленький. К сожалению, это пока все, что мы можем сделать. Ребята, мы переполнены. У нас нет мест. Но пройти мимо вот этой страшной боли... Ребята, ну нельзя, мы же люди. Что, солнышко, я принесла одеяло.
Да, моя девочка. Худой ребенок, истощенный. Маленькая моя. Что ты, моя солнышко, выходить нельзя пока. Да, ребята. Лапа сломана страшно. Вот такая огромная опухоль у нас. И лапка сломанная, вот эта, да? Да, ребята, лапа сломана. Маленький мой. Сейчас люди отзовутся. И сейчас мы тебе поможем, а потом еще и найдем семью. Обязательно. Я тебя сейчас укрою, хорошо? Да. Вот так. Не бойся, будет тепло и хорошо. Вот так. Все, спи. Спи, маленький. Спи, мой хороший. Согрейся и спи. Господи, ребят, что она, бедная, пережила? И что она, бедная, чувствует? Ну все, ребенок, да, закуталась, дрожать перестала. Может быть, уснет сейчас немножечко. Ребята, мы сделали, что могли сейчас. Я дала ей таблеточку баралгина. Она ее проглотила вместе с мяском. Колоть не стала, потому что ребенку и так больно. К тому же ждем врача. А баралгинчик он немножечко поможет. Все, котик, спи, моя золотая. Девочку назвали Самара. Самара, да? Красавица девочка, Самара. А глаза, ребята, какие у них у всех глаза потрясающие.